175. Девушка с искусственным интеллектом. Ну, сейчас модно, да, знаете, чат GPT и прочее. Я уже рассказывал, что у меня есть умная лампочка, которая включается, когда я прихожу домой. Меняет цветность, силу света по мере смены моей деятельности. Ну, а последнее время я занялся использованием искусственного интеллекта для создания фотографий и видео. И вот, что мне пришло в голову. Что девушка с искусственным интеллектом тоже была бы вполне себе уместна. То есть, ограничить ее в возможностях. Не спрашивают, молчит. Нужна? Так она готова. По моим собственным ощущениям, развитие искусственного интеллекта сейчас на уровне 5-6-летнего ребенка. Ну, или как большинство женщин. Кроме всего того, что они там себе придумали. Конечно, я понимаю, что женщина – это тоже индивид, личность, существо собственной волей, ну и тому подобное. Но вот ее интеллект, вернее их, поскольку иногда встречаются такие экземплярчики, что задумаешься, а женщина ли ты вообще? Нет, разумеется, ее интеллект никак не превосходит мой, ну или же обычного среднего мужчины. Это я так не стараюсь выделиться, что наверняка подумали большинство женщин, которые нас смотрят. Нет, просто привожу факты и подвожу базу аргументов для того, чтобы получить обоснованный вывод. Понятно? Нет? Кто бы сомневался. Само собой, что есть вещи, в которых у женщин приоритет. Деторождение, например. Но прикол в том, что тут даже сравнить нельзя. Есть хоть один мужчина, который бы зачал и родил ребенка? Нет. Нельзя сравнить. Как вы сравните? И сравнивать нельзя. Неравнозначные условия. Поэтому это не приоритет над мужчиной, а такая физиологическая особенность, как хобот у слона. Крокодилу он зачем? Что еще? Эмоции, чувство прекрасного, природная мягкость, ласка. Ну, выпуклости, впадинки там всякие, отверстия, вагина – очень важный приоритет. Хоть и есть любители мужских анусов, но, на мой взгляд, это не от счастливой жизни. Хотя, главное, чтобы меня не трогали. А вот женская вагина – это важно. Она манит и в итоге пускает в себя. Собственно, для мужского пениса и приспособленной эволюции хороший такой приоритет по сравнению с пенисом. И даже с анусом. А при чем тут интеллект, спросите вы? Вот я о том же. К этому и подвожу. Вполне достаточно тех функций, которые обслуживают вагину, матку и все то, что там нужно, чтобы это все работало. Уверен, что когда перед месячными у нее бурлят гормоны, то ее мозг задействован на 99% совсем неинтеллектуальными задачами. Да, и во все остальные периоды жизни, кстати, тоже. Понимаете, к чему я? У них нет выбора. Они думают, что есть, а на самом деле нет. Вагина. Да, женщина – это ее вагина, а не мозг. А то мужчины – мозг важнее пениса. Если воспитание мужчины, конечно же, не занимались женщины. Но это уже другая тема. Смотрите мои предыдущие лекции, там все есть.